Кировской области помогут построить путепровод в Чистых прудах и завод «Росплазма». Такое поручение ведомствам дал премьер-министр Дмитрий Медведев. Сделал это после встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области Никитой Белых. В целом обсуждение касалось социально-экономического развития региона. Белых отметил, что в области сейчас положительная динамика в сферах строительства, жилья и инвестиций. Только за прошлый год объем вкладов в экономику региона составил 213 миллиардов рублей. Кроме того, Никита Юрьевич сделал акцент и на демографические показатели. Они в прошлом году были лучшими за последние 20 лет. Повышать рождаемость, к примеру, помогают региональные программы по социальной поддержке. Еще во время встречи Никита Белых обратился с просьбой к Дмитрию Медведеву помочь решить несколько актуальных для региона вопросов. В частности, речь шла о строительстве дороги в новый микрорайон «Чистые пруды» и окончании строительства завода по производству препаратов крови. По каждому из проектов Медведев уже дал поручение федеральным министерствам вопрос проработать.